Ну и, короче, вот когда начался переходный возраст, я, ну, ушла из дома после 9 класса. Дешевый блейзер пить полторашками. Очень быстро пришли тяжелые наркотики. И потом она покончила с собой, она перерезала себе горло. Я употребляла долгое время, лет 8, метадон. И из-за этого, из-за нарушения тканей, плюс у меня еще прибавилось заболевание, знаков было очень много. Меня и в лес увозили, пугали битами, то, что хотят. Сейчас побьют битами, там утопят в озере, в лесу, и чудом меня отпускали. Меня, ну, прямо говорю, я тоже рассказывала на своем канале, меня насиловали, и я просто шла голая по дороге, по трассе, хорошо ночью. Друзья, всем привет! Ну вот мы прибыли в Москву, сейчас идем встречать сегодняшнюю героиню, ее зовут Татьяна. Ссылка на ее канал будет в описании. Давайте поддержим человека, обязательно переходите, подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы она увидела нашу поддержку. Начинаем. Начать хочу с того, что хочу сказать спасибо, что нашла время пообщаться и поделиться своей историей. С самого начала немного о себе, откуда, возраст. Прям вот в двух словах немножко, чтобы было представление. Ну, я вообще с Ленобласти, то есть я там училась в школе, там я закончила 9 классов, потом у меня были проблемы, переходный возраст, проблемы с родителями, так как у меня не то, что не полная семья, у родителей был штамп в паспорте, ну, отца я как бы практически не видела, он моряк, он изменял маме, и как бы там тоже некие остались травмы психологические, потому что я много видела нехороших вещей. Он и руку подымал. Ну и, короче, вот когда начался переходный возраст, я, ну, ушла из дома после 9 класса. Ну, то есть, как бы не успела... Ну, то есть, я поступила, но не успела там ничего нигде отучиться, ничего. Ну и пошло вначале, ну, как бы... Ну, пошла свобода, думаешь, а, свободная, там все взрослое. Пошел вначале алкоголь, потом пошли какие-то легкие наркотики. Там жила там, где-то у друзей, у подруг. Очень быстро пришли тяжелые наркотики. То есть, как бы, ну, вначале там все эти дискотеки, весело, хорошо, классно. То есть, все, по идее, идет вот как у многих. Сначала алкоголь. Потом легкие наркотики, потом потяжелее. Да. Тяжелые пришли очень быстро. Наверное, ну, максимум через полгода, может, даже через несколько месяцев, не могу точно сказать. Я прям сразу вошла в систему. То есть я попробовала первый раз героин. У меня девочка знакомая кололась. Я, ну, по пьяни у нее просто выпросила. И она меня уколола. Я думала, что это один раз будет, я там... Ну, она говорила, не надо, ты пожалеешь. Я говорила, да ты чего, мне просто интересно, я один раз. Вот, и этот один раз, хоть первый раз было очень плохо, то есть, как бы, она меня, во-первых, откачивала, я отъехала. Сразу с первого раза ты отъехала? Да, да, она мне сказала, ну, как бы, разговаривай, разговаривай со мной. Я разговаривала, пыталась, а потом в темноту куда-то уехала. И очнулась от того, что она сидит на мне и калашматит меня. Я просто очнулась и не могу понять, в чем дело. Я говорю, ты что меня бьешь? Она меня трясет, калашматит, и
Она говорит, ты что, говорит, я тебя уже полчаса откачиваю. А я у нее хорошо дома была. Если бы на улице где-то, то неизвестно бы вообще, стала бы она откачивать или нет. И вот я после этого раза, наверное, суток двое ходила в таком состоянии, где не сяду, везде засыпала, постоянно, простите меня, ну, короче, рвало меня, вот, и, ну, хоть, в принципе, ну, нормальный человек подумает, что это, ну, фу, гадость какая-то, ну, это состояние. И потом пошло то, что я у нее стала еще просить, она мне сказала, что она мне больше ничего не возьмет, я сказала, я сама найду, и я пошла на вокзал и нашла девочку, которая, ну, я видела по, ну, по ее состоянию, что она под героином, и на удивление она меня не кинула, я стала через нее брать, потом я познакомилась с каким-то парнем, который там, когда меня рвало, думал наоборот, что мне уже плохо. Что уже плохо? Да, я его обманывала. Да, плохо уже. Я больше просто так вот, просто с жадностью начала, вошла в это все. Я сразу с жадностью начала все это. И просто сразу себя уничтожать по полной начала. Вот не знаю, как 15 лет протянула. А жила ты где на тот момент? Жила я в разных местах. Вот у этой девочки, которая мне дала попробовать, жила. Периодически, ну, жила где-то с кем-то там, с парнями, допустим, с одним. А потом я познакомилась с парнем, с ним я 2 года прожила. Потом его посадили, тоже с наркоманом. Вот. Вот это там... Какой возраст у тебя был? Сколько лет было? Ну, это... Лет 15, наверное. После 9 класса, если... Ну, это было... Ну, вначале я по подругам жила, вот когда лет 15-16, там... А потом уже, как бы, ну... Потом уже там какие-то отношения у меня были. И вот с последним своим сожителем я 11 лет прожила в зависимости. Уважаемые подписчики, канал нуждается в вашей поддержке и участии в жизни канала. Если каждый добрый человек отправит 20 рублей в поддержку, это очень сильно поможет в создании контента, даст возможность ездить к новым участникам и даст больше времени для создания новых видео. Большое спасибо! Расскажи, что случилось с твоими ногами? С моими ногами случилось то, что я употребляла долгое время, лет 8, метадон. Многие не могут поверить, что это метадон, говорят, что это крокодил, что вот метадона такого не может быть. Говорят то, что я на какой-то барбитуре ставилась, но я никогда не ставилась ни на какой барбитуре. Это то, до чего действительно может довести метадон. Это химическое вещество, которое просто сжигает, выжигает ткани и убивает. Вот. Что, ну, просто из-за этого, из-за нарушения ткани, плюс у меня еще прибавилось заболевание, приобретенный лимфостаз. Это когда нарушается лимфатическая система, и из тканей не уходит лимфа, то есть нет оттока лимфы. Вот также многие не могут мне поверить, что я уже довольно большое время, почти 3 года не употребляю, глядя на мои ноги, потому что есть такая болезнь, как трофические язвы. То есть это не заживающие язвы, или они заживают на время и в разных местах снова открываются. Это из-за того, что сожжена кровеносная система и не попадают питательные вещества в ткани, образуются язвы, открываются. То есть от этого избавиться полностью уже не получится никогда? Ну, вообще, каким-то образом люди стараются лечить. У меня вот есть знакомый, у которого на ноге внизу очень большая, прям мясо открытая язва. Он с этим уже ходит на протяжении 8 лет, каждый день бинтует, там обрабатывает и как бы мучается. У него боли большие, он даже спать не может. Ну, как бы, да, это... Ну, практически неизлечимо. Там. Так же, как и мой лимфостаз, то есть вот эта опухоль. Тоже я узнавала у врачей, и они говорят, что это неизлечимо, что лимфатической системой занимаются в нашей стране буквально несколько человек, и как бы это очень большие деньги, и вообще навряд ли это лечится. Хочу рассказать историю, которая, наверное, в
красках немножечко опишет, как выглядела, выглядел небольшой участок моей жизни, в зависимости там был и алкоголь, и наркотики. Получилось так, что я снимала квартиру, потом у меня просто стало не хватать на эту двухкомнатную квартиру, и ко мне подселился барыга с женой. Жена у него зарабатывала, ну, как бы, деньги, ну, как бы, была проституткой. Вот. И получается, я жила в этой квартире, в своей комнате, и то есть у меня постоянно под боком были наркотики. Даже если у меня было не было денег, мне было плохо, я могла зайти, прийти, выпросить у него. И там постоянно была такая картина, то, что приходили разные люди к ним, там мужчины к ней приходили. Ну, это, конечно, напрягало, но мне приходилось смиряться с этим из-за того, что, ну, как бы мне тоже это было в тот момент удобно, то, что под боком все. И эта девушка еще к тому же была беременная. И вот она была беременная, у нее был ВИЧ. То есть она работала по секс-услугам. То есть они вот так вот жили вместе. И она просто пила литрами постоянно, еще плюс к наркотикам, этот блейзер. И я тоже как-то с ней тоже пристрастилась этот дешевый блейзер пить полторашками. Вот. И получается так, то, что она когда родила, ну, наркоманка, что, и она как бы обязанности перекладывала на меня, ну, не то, что перекладывала, она просила меня погулять с ребенком. Вот я сейчас это вообще представить не могу и не понимаю, я вот своего ребенка как бы в коляске не отдала бы. Я сама пьяная там под наркотиками ходила, гуляла с этим ребенком где-то. Ходила часами с ним, ну, как бы, я, как бы, все с ним делала, там, меняла памперсы, делала питание, кормила, то есть, как бы, так доверять своего ребенка, то есть, вот так вот до такого вот зависимости доводят, что тебе совсем все равно на ребенка, на своего, вот, и... Многие даже в городе думали, что это мой ребенок, потому что я постоянно с коляской. И в итоге эта девушка, ее посадили в тюрьму, ну, за, ну, за торговлю. И мужа ее тоже посадили. И ребенка этого мне очень ее жалко, ну, девочка это была, забрали в детдом. Вот. И потом, когда эта девушка, Алена, вышла из тюрьмы, ну, она некоторое время опять снова употребляла, и потом она покончила с собой, она перерезала себе горло. Вот такое вот бывает, и вообще, как бы, то есть вот в таком окружении я жила, ну, как бы, период какой-то своей жизни, в такой квартире. Какие ситуации с тобой происходили, какие знаки тебе давали сверху о том, что пора останавливаться? И, ну, пока не поздно что-то менять. Знаков было очень много. Меня и в лес увозили. Меня, ну, как бы, ну, пугали битами. То, что хотят. Сейчас побьют битами, там утопят в озере, в лесу. И чудом меня отпускали. Меня, ну, прямо говорю, я тоже рассказывала на своем канале, меня насиловали, и я просто шла голая по дороге, по трассе, хорошо ночью, ну, увозили тоже, просто в такие ситуации, ну, попадала, потому что, ну, алкоголь, наркотики, и как бы, ну, сталкиваешься с нехорошими людьми, и бывает, попадаешь в такие ситуации. У меня была куча всяких болячек, ну, от которых я просто, ну, чудом... Ну, то, что внешность, да, испорчена, ну, там, руки, ноги, это ладно. Но я дееспособна хотя бы, я хотя бы могу что-то делать руками, ногами, я могу ходить, я могу работать, я могу, ну, как бы, рассуждать хоть как-то, хоть, может, не очень, конечно, там, умная, но все же. То есть,
как бы Бог сохранил, вот, да, ну, как бы здоровье. Вот люди удивляются просто. Мне многие говорят, что у меня ангел-хранитель сильный. Ну, очень много смертей вокруг было, да, которые тоже можно было бы задуматься, ну, как бы просто и остановиться, просто глядя на других, на чужом примере. Был у меня и микроинсульт, было у меня и воспаление легких, такое, как я думала, уже умру, я просто лежала и умирала дома на антибиотиках, и просто я думала, ну, вдруг выживу, буду уж пить эти антибиотики. Ну, куча всего было. С законом проблемы были? Принимали с чем-то? С законом были проблемы, меня принимали с героином, но не по торговле. Я просто сглупила, сделалась где-то в подъезде и решила оставить себе на утро. Это у меня лежало в сумочке. Я села на остановке зарубилась и проснулась от того, что меня теребит милиция. И вот меня с этими остатками приняли. Но, слава богу, я только 15 суток отсидела, то есть как бы там не хватило веса. Ну и без цели сбыт, соответственно. Да, да. А так, вот честно скажу, да, ну, как бы наркоманы, ну, за свою жизнь наркоманскую, да, ну, наверное, всяческими способами добывают себе на наркотики деньги. И да, это плохо, но тогда я не считала, что я кого-то убиваю или что. Да, я торговала, я подторговывала, но я продавала своим, то есть я считала, я им помогаю. Я никого не подсаживала, я так считала, как бы, ну, я себя этим оправдывала. И вот что мне везло, у меня не было вот до этого такой жадности. Когда я только слышала, что где-то что-то там до милиции про меня слух дошел, я не оставляла себе пару человек, как некоторые это делают. Я просто полностью прикрывала лавочку и все, как бы на время останавливалась, пока про меня не забудут. И потом, может быть, через некоторое время только снова начинала. Поэтому вот меня как бы не приняли из-за осторожности. Потому что доверять наркоманском мире, там, какой бы он тебе супер друг ни казался. Да. Ну смотри, пройдя вот эти вот все круги ада, как пришло вот это озарение, это, что прекращать? Как ты перестала употреблять? Что ты делал? Я понимаю прекрасно, что попытка-то была, наверное, не одна бросить. Вот расскажи именно про удачную попытку, после которой ты остановилась. Что предшествовало этому? Что стало вот контрольной точкой вот этой? Ну, как ты говоришь, то, что много, да, было попыток, потому что я, когда сразу в тяжелые наркотики попала, я сразу поняла, что, ну, какой я беде, что, ну, как бы все, это погибель, это смерть, и я не могу ничего с этим сделать, но надо что-то делать, и я пробовала всякие варианты, и много раз в наркологии лежала, и меня закрывали на дачах, на квартирах, и сама у себя на квартире закрывалась, пыталась сломаться, ну, как бы, ничто не помогало, или срывалась, ну, как бы, не доходя до конца этого процесса, либо, ну, как бы, допустим, уже перекумаренная, но я просто не могла с этой пустотой жить, я не, ну, по-другому не умела жить, и там, проходило буквально там пару дней, я снова начинала употреблять, вот, но что стало, как бы, контрольной точкой, но это, ну, очень уже ушатанное здоровье, в том смысле, что, ну, я честно думала, что я в любой момент могу умереть. У меня там уже, я еле дышала, у меня сердце там через раз билось, я еле ходила, у меня постоянно просто опухали ноги, вот эти абсцессы, ты делаешь, что у тебя краснеют, опухают ноги, у тебя идут воспалительные процессы, ты постоянно на этих антибиотиках, чтобы прекратить эти воспалительные процессы, у тебя уже такие дозняки, что ты каждый раз удивляешься, что ты вообще очнулся после того, как укололся. Сколько раз меня мой сожитель откачивал, вот, ну и как бы, и у нас уже такие с ним разговоры шли, кто первый умрет. Вот, и умер он, и вот это было последней точкой, и я решила, что я не хочу, я хочу жить, и я похоронила его, потом легла в наркологию, а потом полетела на реабилитацию.
потому что сразу лететь на реабилитацию, ну как бы, хотя там христианское, там говорят, там, ну как бы, ну Бог, он, ну не говорят, оно так и есть, Бог чудесен, но вот этот страх вот этой ломки метадоновой, которая очень как бы длинная, я не могла лететь так сразу. Вначале я отлежала в наркологии, потом просто подальше от дома. Ну, на реабилитацию. Да, подальше от дома. А сколько ты лежала на реабилитации? Сколько ты была? Я легла вначале в наркологию. Я должна была там лежать 21 день. Но находясь в очень плачевном состоянии, там уже полутруп, еле-еле душа в теле, как говорится, я и то там, вот, ну, от того, что, ну, как бы, что-то надо, короче. И то мы там какие-то таблетки, что-то, алкоголь мутили, пытались, какие-то деньги, что-то как-то я, ну... Я понимала, что надо было выбираться с этого всего, но все равно это делала. И меня выгнали на один день раньше оттуда. А у меня уже был билет куплен, чтобы я на реабилитацию летела. И... Ну, как бы получилось так, что мне пришлось менять билет. То есть, моя мама как бы там посодействовала, я ей рассказала вот это, что вот я в зависимости, что вот я про свою болезнь, про которую я говорила. Ну, она, конечно, была в шоке, но она сказала, ну, я говорит, за тебя все равно. И вот она поменяла билет, а мне... Отвезли меня в аэропорт, я уже не могла честно ходить. Я была в таком состоянии, то, что ну, вот эти все препараты, там вот эта барбитура, которую сама там мутила. То есть, ну я как овощ была, я там перекрылась этими таблетками еще сверху на эти медицинские, я ничего не соображала. Я идти не могла, меня на инвалидной коляске в самолет грузили. Я худая, во-первых, была, и так у меня есть постоянно уже это самое давление низкое, в обморок падаю, ну, еще и ну, в таком состоянии, что вообще как овощ. Вот. Когда я прилетела на реабилитацию, люди, честно, думали, вот, которые там были, то, что я не выживу. Мне еще там пришлось в больнице полежать, ну, не в наркологической, в обычной. Вот так вот, просто чудом, да, вот я живая. Хочу всем сказать, кто находится сейчас в зависимости, и кто не знает, как с этого выбраться, и кто хочет с этого выбраться, вы просто делайте шаг, вы пытаетесь, вы не опускайте руки. И вот честно я вам скажу, я общаюсь, да, с многими людьми, да, и люди сами говорят, что, ну, вот как так, Бог хранит, да, то есть всякие такие истории, ситуации. И я думаю, не одна я такая верующая, которая на протяжении всей жизни, вот даже во грехе, даже в зависимости, я обращалась к Нему, я взывала к Нему, и я верила, и я верю, что Бог есть, и что Он поможет, и вы просто, даже если... Вы не верите, вы попробуйте, попросите. Вы просите. Я взывала, когда мне плохо. Я знаю, что когда плохо, каждый взывает. Когда кажется, что ты умираешь, каждый взывает. Когда кажется, что все, это последняя точка. И я делала всякие вещи, не зная, как это правильно делать. И окуналась в прорубь ледяную. Ездила на какие-то святые... места там, Ксения Петербургская, писала записки, я верила, я просила, и как бы написано, просите и дано вам будет, и просто, во-первых, это хотела я вам посоветовать, что если не знаете уже, какой выход, просто просите у Бога, я верю, что Он вам даст этот выход, как-то даст ситуацию, что вы сможете, да, выйти из этого. И также просто будьте решительными. Не сидите и не говорите потом. Просто делайте шаг, потому что потом может быть очень поздно. Потом вы можете не успеть. Делайте шаг сейчас, просто навстречу свободе. Ну, всем большое спасибо. Всем пока.